Авиационное ведомство Таджикистана обратилось к компаниям «Атавайр», «Уральские авиалинии», «Сибири Северный ветер» с просьбой контролировать рост цен на чартерные рейсы. Директор агентства гражданской авиации Таджикистана Икрам Субханзода провел встречу с представителями четырех российских авиакомпаний. На переговорах также присутствовали представители транспортной прокуратуры, МВД и КОНП Таджикистана для того, чтобы решить вопрос завышенных цен на авиабилеты. Мы и раньше в письменном виде обращались к партнерам, но до сих пор билеты этих авиаперевозчиков продаются по неприемлемым ценам. В связи с этим мы настоятельно призываем принять строгие меры по снижению стоимости билетов и не повышать цены безосновательно, сказал Субханзода. Сейчас чартерные рейсы в различные города России выполняют несколько российских авиакомпаний: Уральские авиалинии, Атавайр, Сибири Северный ветер. Так, билет на чартеры в одном направлении в официальных кассах может стоить около 10 тысяч самани, почти $900, а у посредников цена и вовсе возрастает до 12-13 тысяч самани, от 1 до $1,2 тысячи.